Щука приезжает. Ой, щука нормально. А вон, Ксюша где-то приезжает. Вон он, гламурный подонок. Зевнул. Все, пошла съемка. Пошла съемка. Крокодила нет. Ксюша приезжала, пока он еще был, не был вожаком, а был таким большим-большим балбесом. Другие львы, да. Другие львы пахнут. Пахнут другие львы. Ох ты, здесь это прям. На поляне щебреца. А там крокодилы, что ли? Нет, там живут рыбы, черепахи, раки. Жили крокодилы, но львы их сожрали. Что такой взгляд? Я застал. Крокодилы стали ходить между водоемами, гадкать и думать, что они властелины саванны. И львы их просто придушили. Ребят, это вожак. Практически 300-килограммовый вожак, который правит всеми прайдами. Ну в каком еще парке мира вот так можно прийти к вожаку, вот так сесть и что-то с ним там делать, селфи, объяснять. Вот, Саша, и вот рассказывают, что Зубкова надо закрыть, чтобы он, его здесь не стояло, его уехать. То есть этот парк надо сохранять. Достояние России, как и Зубков. Смотри, какая роскошь. Посмотри. У них старая любовь. Это два старых любовника, вы понимаете? Мы поняли. Это два старых любовника. Очень. За ними уже столько всего было, что... Да, мой хороший, ты мой хороший. Да, да, хороший. Ты умница такая. Ты умница такая. Тюка. Да. Палка. Палку не можно, Тюка. Он любит ее. Да. И сын в него, он сегодня ее тоже грыз. Палку. Да, не можно палку. Это палка. Это же... Ну, на. Ну, там же телефон. Тюка. Поиграться надо. Наделать свою смоголку. Мой хороший. Мой хороший, мой красивый такой хороший, хороший, да. Скажи, если бы у меня была такая палка с телефоном, у меня был бы селфи-лев. Если бы у тебя была палка, да, такая, да, палка была. Сейчас на руки. Я буду у тебя фоткать. Скажи, все для счастья, скажи, есть не хватает только палки для селфи. Можно я с рыбками сфоткаюсь лучше? Только Россия не держит. А пираньи не запускали сюда? Молодец. Так, давайте вас. Пираньи нет. Ким Чен Ир пираньям скормил одного своего чиновника. А это дать себе? Какая хорошая идея. Вот. Скормить пираньям чиновника. Нехорошо. Видео себе там включи. Нет, наверное, я злая. Надо сделать пруд позора, запустить туда пираньи. Да. Прекрасная идея. А то сайт что-то не помогает, да? Ты нюхаешь травку такую, да? Ну что там? Это фото ты будешь делать? Подожди. Чука. Я буду ругаться сейчас. Буду ругаться. Это техника дорогая. Давай, настраивайся. Ой. Так, вот так, вот так. Я буду ругаться. Ты снимайся хорошо. Снимайся хорошо и... Чуки. Ты же слаб. Что ты отвык от такой, этой самой? Чуки. Работает, ну. А. Снимайся, веди себя прилично. Девушка приехала из Одессы. Скажи, нет и нет. Давай, делаем контент. Чуки? Скажи, я согласен, если она потом подарит мне эту палку. Смотрите. Скажи, такая цаца и не дает. А смотрит, узнает себя, вы видите, да? Да, щелки, щелки с ним. Роскошный лев. Роскошный вожак. О! Девочку почти не видно за ним. Да, я бы кто надо, вперед, тот увидит. Он бриллиант чуть-чуть к ним. Не, нормально, нормально так. Так можно? Слушай, вот так можно. Боже, я тут тремя с этими. Дойти каким-нибудь свадебным фотографом. Все, хочется. Есть? Замучили бедного. Прошу вас. Страшно? Нет, с этим не страшно. А зря. Сочно присаживайтесь. Тибрец. Так, девочки, снимаемся. Давайте, смотрите, какая роскошная. Здесь горка. С
чабрецом. Посмотрите, а, Саша, роскошь-то какая, а? Глянь. Сейчас, мне только на тебя хватит. Ксюша, иду. Ощупни тебе, девчонка. Да. Что-то мы это... Бывает. Оводы летают. Тут туда, главное, не лев. Ох, царственный какой, а? Что скажи, и там голая ножка. Скажи, смотрим камеру, стоит. Работаем, контент делаем. Зевай. Ах, смачно зевнул. Мало. Все, наверное. Можно я пойду, да? Нет у тебя. Хорош, не заваливайся. Еще надо посидеть. А знаете, как вот спинкой поверните, сядьте так спинкой к нему. Да, и вот так облокотитесь на него. Вот так садитесь. Так, отлично. И вот так облокотитесь на него. Хорош. Вот так, отлично, вот так хорошо. Коль, вот ты на сколько ты мне отправил полотенце? На закате. Ты толкнул меня, ты хочешь? Ты вот не свались там. Черепаха. А вон какая рыбина вон пошла, видели вон? От пня от этого какая-то. Вон она, вон торпеда идет. Вон, смотри, какая вон идет. Так, Виктория, давайте. Папа, стучи, не стучи. Чисто из уважения к тебе. Тихо извиняюсь, да. А где его самка? А везде. У него 8 самок. И вообще он любую отобрать может. Садитесь. Аккуратно. Сильно не нажимайте. А, вот так, вежливо, уважительно, да, да. Хороший. Конечно. Да, вот такая вот. Карпик, наверное. Если упадет, я вместе. Ну, а там какие дети, белые амуры. Как же все и сложилось. Как же на работу. Да. На лодочке. Лапочки как сложил, боже. Пустыми шансами. Угу, погладьте. Красиво сложил лапы, да. А зевнуть? Скажи, вам уже прям все вместе лапы сложить, зевни. Скажи, видите, молюсь. Терпение вырабатываю. Ага, он как медитирует. А где Гека только что был? А он прошел туда налево. Сзади заходят. Пошел, да, сейчас придет он. Ксюшу увидел, наверное. Спасибо большое. Брат отвлекает, я буду. Так, ребят, пожалуйста, с мужиком. Если есть еще ресурсы, на которые фотографировать, да. Эх, у меня телефон сегодня после съемок снял. Сейчас я вас буду. О, сейчас Ксюшка наделает. Ксюша пришлет, Саш. Конечно. Она в сетях и фотографиях. Соображает. Я на него подписана. А, Натали Пова, да? Конечно. Даже в Одессе. Да. Что-то он спит, это Ксюк. Он да ложился спать. Идите, к нему головой притулитесь, он будет... Сейчас хряб Талипова за звук. Ой, перепутал. Мой хороший. Вот так все надо будет. Почухай его снизу, вот так, подбородок. Саня, пузов тяни, давай, я тебе фотку. Вот он сейчас повернется. Он же как кот. А ноги вперед, сядь нормально сюда, вот как бы как он сидит. Или лапы сложи так же, как он. У меня так лапы не складываются. Чука, ну что ты вредный такой? Ну, мощь. Надо вот тут вот за ухом, он тут повернется под это. Оживился чуть-чуть. Он на женщин, наверное, попереть. Скажи не то, чтобы оживился, терплю, скажи, сколько могу. Чук, а могу вот так? Давай. Чук. Давай. Вот так. Чук. Красавчик. Чук. Костя, пойдешь сюда? Давай, Костя, давай. Чука, молодец. Красавчик. Бежит, да? Чука. Вот, хорошо, да, хорошо. Ага. Чук, на, посмотри сюда, скинь. На, посмотри. Такой молодец.
Мама, поднимайся. Вот так, смотрим. Нет, ты сиди. Ты жертва туристической миссии. Вот. Пользуясь случаем, передай привет маме. Да. Ну, не знаю, вот, вот, вот так вот можно было бы сесть. Вот так. Это Саша снизу. Ну, а можно я с той стороны там еще? Давай, Олег, с вами давай. Ноги убери, пузо убери, голову оставь. А, это не или тигр. Давай, льву. Вот так, хорошо. Хорошо, отсюда вот видите, гляньте, как красиво. Так, а я хотел, чтобы вы были в этом. А, я? Сейчас. Хороший такой, да? Ой, замечательный. Ай, мой хороший. Ай, мой золотой такой. Ай, хороший. Ай, хороший. Вот так. Да. О, прям портрет. Молодец.